Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Газуй или умри». Как вы помните, да, в прошлой серии мы получили с вами машиночку. Она такая у нас побитая, потертая, но мы ее в божеский вид переведем. Так, мы с вами купили в прошлой серии немножко горючки, улучшили двигатель, поэтому давайте сделаем первый наш заезд. Поехали. Многие говорили, что немножко рябит в глазах. Да, ребят, я все понимаю, но это не от меня зависит. Ух, круто. А, я нажимаю на кнопку ускорения, а ускорение-то у меня еще пока и не куплено. Хе-хе, губежки раскатил. Так, ну что же, нам нужно в первую очередь доехать как можно быстрее до первой бензоправки. Будем стараться это сделать. Упс, тихо. Тут у нас какая-то развилочка была. Что у нас там по горючке, ребята? Все, все, к сожалению, горючка закончилась довольно быстро. Кстати, вы заметили, что нам тут стали давать приличное количество бензина, и это круто. Я хочу улучшить себе, ребята, коробку передач, с вашего позволения. Я думаю, что лучшая максимальная скорость нам никогда не помешает. Давай дальше давить. Ох, олухи. Интересно, будут здесь новые виды зомби каких-нибудь, а? Но я вижу, уже, по-моему, есть зомби-женщины тут. Так, тихо. Очень много, по-моему, препятствий. Слушайте, мне эта машина напоминает, знаете, вот во времена сухого закона, когда в Чикаго была проблема с выпивкой, с вискарем. Вот точно на таких же машинах у нас, по-моему, гангстеры ездили, да? Да елки-палки, не очень далеко я продвинулся, но тем не менее у нас с вами и надоела вот эта вот всплывающая реклама. Кажется, вы могли бы использовать немного больше денег. Нажмите плюс, чтобы посетить экран магазина. Здесь вы можете покупать наборы игровой валюты или смотреть видео, чтобы получать игровую валюту бесплатно. Ух ты, бесплатно, ребята. Так, я получил... Сколько мне там дали? 7500. Ну, спасибо, спасибо вам за такой подгон шикарный. Слушайте, я, наверное, сразу же буду тратить на горючку. Не знаю зачем, но... Давай еще, еще хочу. Вот так вот. Ну, ребят, теперь у меня бензобак прокачан, ну, чуть ли не по фулке. Давай посмотрим, как далеко мы с вами уедем. Хотя, знаете что, у меня машина-то... дрищевская, она будет ломаться буквально от плевка зомбаря в мою сторону. Видите, да, я еще ничего не сделал, она уже мне рассыпается на ходу. Откуда там зомби-то падает? Вот чушок, а. Тихо, не надо, не надо разгоняться. Надо все делать аккуратненько нам, очень аккуратненько. Так, бегут, бегут орлы. И, как я понял, ребятули, по вашим отзывам, не надо здесь ничего вырезать. То есть вы хотите видеть полноценный процесс прохождения игры. Мои старания, мучения, мои крики и ругань. Так, куда я? Оу, я думал, я куда-то в бездну. Ну, смотрите, ребята, у меня уже машина. И куда ты? Ну, падай, 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 падай. У меня еще и бензин закончился. Слушай, ну круто. У нас 39-й день подошел к концу. Так, горючка есть. Давайте, наверное, мы с вами броню укрепим. Без нее нам тоже никуда. Ох, ты видел? Ты посмотри, как моя выглядит машинка теперь. Да-да-да, ребята, это выглядит броня. Хотя на самом деле это какие-то пилы, которые в принципе должны уничтожать зомбарей. Просто распиливать их на кусочки, чтобы они нам тут нафиг не мешали. Так, давай-давай-давай-давай, газуй. По крайней мере, передок у машины просто восхитителен. Надо будет потом еще прокачать по максималочке, да, и посмотреть, насколько круче мы будем выглядеть. Так, давай-давай, родной мой. Вот без ускорения. Я думаю, в чем проблема, ребят? Я привык на ускорении гонять, а его здесь у нас нету. Пока я еще не купил, а надо бы. Ладно, в следующий раз купим с вами, наверное, ускорение. Хотя бы пару этих нитро, да? Ё-моё, опа, видал как? Как только я могу, ребята. Здравствуйте. Подкололи они меня, конечно, просто прямиком в стену врезали. И бензин закончился. Но, тем не менее, я проехал еще немножко дальше. 1655 монет. В общем количестве 2132. Поэтому, да-да-да, я обещал. Поэтому, ребят, покупаем. Я еще куплю себе. Хо-хо-хо. Смотрите, ребят, сзади у меня такая доисторическая турбина с вентилятором. Ну, я думаю, что будет от этого хороший толк. Поехали. 41-й день у нас. Да-да-да, будем давить их всех. Я, ну, проверим ускорение. Ох ты, я ж прям с подлетиком таким лечу. Давай давим здесь все. Блин, я еще, ребят, даже первую бензоправку не смог посетить. Будем стараться, наверное. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихонько. Не надо тут буянить.
Тихо, вот здесь вот замедляемся, чтобы не врезаться лишний раз. И как-то надо нам там немножко, ребят, перехитрить, чтобы не врезаться в ту самую стенку. Я не знаю, это как обязательно такой атрибут? Или это я так никудышно играю? Да что ж такое? Ты посмотри, зомби просто валяются на моей машине, ребят. Они меня замедляют из-за этого. Отлично! Естественно, еще бы не отлично. Да куда ж ты? И что? Так, эй-эй-эй-эй! Слушай, родной, давай мы с тобой как-нибудь... Ребят, я не могу или смогу? Да, я смог, но бензин, к сожалению, закончился. Слушай, ну понятно, что слишком медленно. Естественно, я никуда не смог проехать. Иди отсюда. Так, давай-ка мы с вами, наверное, развесовку сделаем, да? Ведь она нам помогает, да, пробиваться сквозь толпы зомбарей и так далее и тому подобное. Нифига себе, ценники здесь. 5000, 3000... Да, я буду здесь, наверное, долго, ребята, зарабатывать себе на апгрейд машины. Я боюсь представить, что будет даже в следующем уровне. Смотри-ка, развесовка очень хорошо помогает в плане того, что зомби просто отлетают от моей машины. Раньше они как-то висели на ней. Нет, ну когда их много, они тоже здесь любят позависать. Но все равно попроще стало, согласись. Так, не ускоряемся здесь. Все надо делать аккуратненько. Давим этих щеглов, я тут... Немножко на турбинку нажму. Так, с подлетиком. Вот так вот. Шикарненько все вышло. Доеду я когда-нибудь до первой-то этой бензоправки или нет? Тихо! Ой, я аж подавился, ребят. Аж дыхание сперло. Вот она эта стенка. Слушай, у меня по крайней мере еще броня есть. Есть броня, поэтому давайте. Фух. Так, я уже практически. Да что тут? Обалдеть, они мне тут преград понаставили. 1882 и в общей сложности 2313. Что же нам с вами улучшить? Наверное, все-таки надо будет движок улучшать. Блин, ребята, там же можно было посмотреть. Да что ж они так под конец-то? Ай, можно было глянуть рекламу. Я получил бы 2000 рубликов на апгрейд своей тачанки. Тачанки! Но по-другому ее пока и не назовешь. Она именно как тачанка выглядит. Я не могу понять, как там можно попасть наверх. Вы же видели, что там... Тихо, не спешим. Что там какие-то трубы, и я могу с этой трубы упасть. Странно все это очень. Ладно. Главное доехать до бензоправки. Это, как говорится, будет первый наш чекпоинт. Давай здесь под ускорением. Вау, вау, вау. Тихо, тихо, тихо. Вот здесь же, по-моему... Нет. Смотри-ка, ребят, здесь я еще не был. Хорошо, давай проверим. Ускоряюсь. Главное не врезаться в эту... Во! Ты смотри, что происходит. Ребят, доеду же. Я доеду, я должен доехать. Да какой, блин, ускоритель... Ну и что, что ускоритель закончился? Я, главное, доехал. И это большой плюс для меня. Так, игра сохранена, отлично. Фух, мы с вами продвинулись капельку, да? На 44-й день. Так, давай зайдем в гараж и посмотрим, что у нас тут есть. Так, я могу взять ускорение, я могу взять себе и улучшить двигатель. Хорошо, я улучшаю, ребята, двигатель себе. Потом, наверное, будем все-таки ускорение покупать. То есть двигатель, ускорение, потому что с горючкой у нас пока, слава богу, все хорошо. Йо-хоу, с подлетом. Классно. Так, подожди, отлично, заехал, я уже думал сейчас... Ай, куда, 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 зачем ты сюда провалился? Ну я, ребят, не знаю, ведь для меня это первый заезд по этой локации, поэтому ошибки простительны, согласитесь. Просто даем всех и всяк. Оу, ускоряться, наверное, надо, да? Оу, было бы классно, ребят, если бы я, блин, там проехал на ускорении. Да, оно быстро у нас довольно-таки заканчивается, но смотрите, что у нас получается. Пол пути ровно я проехал. Пол пути. Это замечательно. Поэтому я буду, ребята, докупать. О, могу вот так вот сделать. Смотрите-ка, у меня ускорение стало намного круче, лучше, дольше, слаще. По-другому не назвать. Йоу, классно. Так, давай ускоряться здесь. Во, вот тут вот надо вот. Да ядри... Тихо, тихо, тихо. Зачем ты, дурила, упал? Да здесь же нам не встать. Все, ребят, фейл. Или не фейл. Нет, я как каким-то чудом умудрился, ребят, перевернуться.
Ну, вот здесь вот без вариантов. Тут надо просто запомнить, что когда мы выезжаем с трубы, надо нажимать на ускорение, чтобы мы могли проскочить там. Машина без брони, ускорение у меня закончилось. И, скорее всего, сейчас у меня двигатель сгорит к ядрене фени. Да, рекорд я пока свой не побил, и вряд ли я его здесь побью. Все, бензин закончился. Обидно, досадно, но фиг сделаешь. Зато деньги зарабатываем с вами. Так, давай-ка я еще, наверное, немножко куплю себе ускорение. Блин, что-то рекламы не дают нам, а? Вы заметили? Без рекламы жизнь плоха, потому что мне не дают денег дополнительных. Соответственно, я буду намного дольше тратить времени на улучшение своей йо-хоу тачки. Вот это было смачно. Так, вот здесь вот, да, ребята. Вот здесь вот, блин. Ребят, я немножко попутал. Надо было не в первой трубе ускориться, а во второй. Ладно, запомнили это, да, все? Все, опять у меня машина бедная дымится, горит, пыхтит. Хотя броня есть. Хм, странно. Броня, ребята, есть, а машина уже практически на исходе. У-ху! Вот это и я называю, ребята, форсаж, ё-моё. Вообще замечательно. Все, закончился бензик. Ну, сколько вы нам там отстегнете? 300. Так, что мы с вами можем улучшить? Можем развесовку, можем броню, можем ускорение. Я, наверное, ребята, сделаю все-таки броню. Мы с вами почему-то на этом горим. Постоянно у нас машина взрывается. Так что... Слушай, а может быть нам колеса улучшить? Я вот смотрю на свои колесики, да? Они какие-то никудышные. Мы еле-еле с вами едем. Сцепление, так сказать, с землей плохое. Твою же ты... Тихо ты! Ну и... Давай, родной. Я представляю, если бы вот так вот машины могли бы вставать с места. Это было бы вообще круто. Вот здесь, ребят, надо вырубать ускорение. Видите? Блин, а тут бочка нас встречает. Ёпарсте, вторая бочка. Меня спасает только то, что я улучшил себе броню, ребята. Да-да-да. В глазах мельтешит. Я вот на самом деле тоже играю сейчас и смотрю на это все, и у меня в глазах мельтешит. Ой-ой-ой-ой, бамс. Все, приехали, да, называется. Блин, чем дальше мы с вами будем проезжать, тем лучше для нас. Давай-ка мы, наверное, колесики с вами капельку. Ага, не хватает денег. Так, я зарабатываю 3200, смотрите, сколько у меня бабла. Я сейчас улучшусь в лучшую сторону. Так, горючку взять или ускорение? Так, я могу взять, ребята, колеса себе. И давай коробку передач. Слушай, я думаю, что это неплохое было вложение. И оно нам пойдет на пользу. Ох, смотри, какие колеса у меня стали. То-то и оно. Так, давай. Ускоряемся, ребята. Все делаем на ускорении. Ну, не все, а большинство. Так, вот здесь вот, хоп. Молодцы, бочку взорвали, даже никакого повреждения не получили. Зато на второй бочке спеклись. Так, что у нас там, ребята, по ускорению? Ну, совсем немножечко у меня осталось его. Я думаю, что мы его немножечко с вами приберегем. Да давай ты, давай ты. Развесовка нужна, вот что. Мы с вами очень плохо пробиваемся через эти всякие коробки, ящики, даже через самих зомби плохо проходим. Поэтому развесовка нам в этом деле поможет. Воу-воу-воу-воу, классно. Так, мы уже проехали. Мы побили свой собственный рекорд. Что у нас там по горючке? Горючка сейчас кончится, ребята. Ускорение закончилось, ну, соответственно, горючечка. Да. Ладно, в принципе, неплохо. Осталось совсем немножко, и мы с вами сможем пройти дальше. Так, развесовку я, ребят, покупаю. Во, видели, да? Машинка моя стала более стабильная. Так, погнали. Едем, едем, ускоряемся. Йо-хоу! Блин! Перебор. И двери отвалились. Да чтоб вас. Вот здесь надо ускоряться, я помню. Бочка. Нам пофиг на нее. Вот сейчас на вторую бочку можно упасть, но я ее проскочил. Причем довольно легко и просто. Слушай, но с развесовкой вы сами видите, да? Я стал как-то стабильнее ехать. Блин! Ну, что ты...
целую кучу ускорения, ребят, потратил вот на эту ерунду, чтобы пробиться. Ну-ка. Все, что... А, он у меня закончился. Ёлки-палки. Исцепление вот как раз вот плохое, потому что мы какое-то достижение получил. Одноколесный. В плане! Смотри на тачку! Это впервые... Это что такое? Одноколесный. Слушай, я не знал, что машину можно вот так вот разбомбить. Это что-то новенькое. Так, давай улучшать двигатель себе. Ты прикинь, да, я просто ехал на переднем колесе в половинчатой машине. Ёлки-палки. Я бы не удивился, если бы он ехал бы на своей заднице только лишь с рулем в руках. Так, ладно, поехали. Хорош шутить. Да, ох, проехали. Слушай, у нас как-то машина смялась. Ты посмотри на поддон у машины. Ну правильно, все бочки наши, конечно же. Мы же бессмертные, ё-моё. Так, давай. Да чтоб тебя, ну опять. Не надо, ребят, не надо, запомните, вот когда этот подъемчик, ускоряться на нем. Двери, сейчас отлетит дверь. Все. Ускорение еще какое-то. А, да что же он так быстро заканчивается-то у нас, а? Почему? Не должно так быстро заканчиваться. Блин, ну чувак на этой машине просто, ребят, герой какой-то. Смотри. Бумс. Так, вот здесь мы, да, с вами обычно сдуваемся. Но мы уже побили свой рекорд. Соответственно, нам дадут за это побольше денежек. А тут-то как? Блин, ребята, как бы я там поднялся бы, интересно? Никак. 5167 бакинских. И я, наверное, улучшу топливный бак. Погнали. Да, тут все очень довольно быстро и динамично развивается. Вы, наверное, это тоже заметили. То есть только купил, апгрейд сделал и сразу же, как говорится, в путь, в дорожку. Никаких... Не-не-не-не-не-не-не-не-не, давай так. Никаких размусоливаний, рассусоливаний и тому подобное. Все жестко и серьезно. Бумс, конечно же. Конечно же, радость моя, ты все бочки ловишь своим корпусом. Да, эта машинка дорогого стоит. А ты представляешь, когда я ее улучшу по полной программе? Да, не надо, так делать не надо. Что она будет тут вытворять? Кстати, какая будет там следующая тачка? Надо будет глянуть. Нет, ну так будет неинтересно, я буду знать, что там за машина. Лучше мы... Так, потихонечку, да, с вами? Замечательно. Побьем рекорд свой или нет? По-моему, нет, потому что у меня, ребята, ускорение-то уже практически закончилось. Брони практически тоже нет. И каждую бочку как затычка мы ловим с вами. Блин, надо развесовку и сцепление сделать получше на колеса. Как вот... А, вот, он заезжает. Отлично, ребят, рекорд мы свой побили. Бумс, закончился бензин. Слушай, ну машина выдерживает. Единственное, что заканчивается бензин у нас довольно-таки быстро. Что я могу взять? Я могу взять себе ускорение. Покупаем и все. Блин, столько ездишь для того, чтобы купить всего лишь одно какое-то несчастное ускорение. Ладушки. Блин, когда же я доеду-то до следующей бензоправки? Это вообще какое-то случится? Постоянно, постоянно. Мне соблазн просто, ребята, прыгнуть на этом трамплине. И прыгаю, и, как видите, большая у меня ошибка из-за этого получается. Воу, вот сейчас было солидно. Все бочки мы с вами просто-напросто пролетели. Слушай, у меня какая-то машина сумасшедшая просто. Ты посмотри, что творит. Шикарно, просто нет слов. Так, замечательно. Тихо, не надо падать. Не люблю, когда ты переворачиваешься и лежишь у меня там. Давай, газуй. Так. Вот здесь надо аккуратно, да? Бумс, отлично. Ребят, совсем капелька осталась нам до заправки. Совсем капелька, и ускорения у меня нету. Плюс еще у меня дымится тачка. Аккуратно, аккуратно, аккуратно заезжай. Слушай, ну, марш-бросок. Тут осталось-то всего ничего. А может проедем, может быть успеем. Нет, ты смотри, как меня подкололи. Там совсем чуть-чуть не хватало. Ладно, на что нам потратиться? Давай-ка я, наверное, куплю движок. Может быть, у нас получится на следующей гонке прикупить окончательно полностью движок. Прапанный у нас будет. Потом дело будет за малым, это на ускорение все потратить.
Давай с подлетом вот так. Да ёпрсеты, опять одна и та же ошибка. Да что ж такое-то, что же, не могу запомнить, что не надо там на трамплине ускоряться. Не надо хитрить на корень. Смотри, что происходит. Так, говорит, мельтешит, да? Это еще, ребят, слабая скорость, чтобы у вас в глазах что-то там мельтешило. Йоу. Вообще круто. Нормуль. А вот чем больше отлично, тем больше нам очков начисляется. Или как, ребята, а? Кто знает? Наверняка из вас кто-то играл в эту игру. Стопудово, наверное, ее и прошел. Не знаю, за какой, правда, период времени. Но, тем не менее, играли. Так, замечательно. Давай. Забираемся. Взрыв. Просто куча заборей. Так, машинка моя беленькая, родненькая, уже дымится. Тихо ты. Разогнался и врезался, ребята. Потерял практически всю свою броню. Без брони я никто. Мне сейчас движок вскипит. И пишут еще, ускорение у тебя, парень, закончился. Ну чуть-чуть. Доехал. Вот это, ребята, подкололи меня. Я чуть-чуть буквально не доехал. Чуть-чуть, ты понимаешь? Так, 4500 мы с вами зарабатываем. То есть, ага, общее количество нормуль. Нормуль, и я думаю, что... Нет, я все-таки... Или. Давай горючку лучше. Без горючки никуда. Машина, как говорится, целая, а бензин у нас заканчивается. Поэтому... Вот так вот все это будет дело происходить. Вот здесь не ускоряемся, да, ребят? Не ускоряемся. И все равно он, гаденыш, врезается, а? Специально, что ли, ты это делаешь? Специально мне портишь всю репутацию, а? Как говорится, репутация безупречного, ребята, гонщика. Все доски, все... Слушай, по-моему, моя машина слишком быстрая. Я даже не успеваю среагировать, как мы с вами на все врезаемся. Так, вот здесь надо... Вау, шикарно. Вот это круто, мы с вами подлетели. То есть я могу как-то даже наверх попасть, там, где трубы у нас были, да? Скорее всего, да. Ну, тихо, зачем ускоряемся? Ой, дурила деревянная, да. Ну, перелети ты. Все, машина дымится. Может быть, все-таки мы с вами сможем доехать до... Наверное, не сможем все-таки. Не хватит нам мощей дотянуть до второй бензоправки. Хотя остается-то тут совсем ничегошеньки. Ну, да заедь ты уже! Фух. Вторая бензоправка достигнута. Так, сохранили игру, и мы с вами продвигаемся сюда. Поехали, посмотрим, что у нас. Что у нас тут в гараже. Так, 2700, давай, наверное, еще себе купим ускорение. То есть, я так понимаю, ребята, пока мы здесь все не апгрейдим, мы не пройдем этот уровень. Да, то есть, только полностью апгрейженная машина сможет здесь зарулить. Мне почему-то так кажется. По крайней мере, до этого всего у нас машина практически везде была прапанная и... Только в этом случае мы смогли с вами проезжать. Ты смотри, сколько тут. Да ну, завязывай ты уже. Что-то все вниз куда-то едем, вниз. Обалдеть просто, что тут происходит. Вальханалия какая-то, ну, давай. Отлично, тут припрыгиваем, мы тебя сбиваем. Там, чё, жесть. Полпути еще, ребята, даже не проехали с вами. Ну, горючка еще есть, брони нету, вот это да. Так, сбиваем этих. А за серь. Что это тут еще, какой-то мусор на меня тут сбрасывают. Слушай, ну вот уже полпути, ребята, пройдено. Да хорош выкаблучиваться-то уже. Вау. Как медленно мы пробиваемся. Ой-ой-ой, нифига себе, ребят. Вот это был фокус. Бензин закончился, но у меня еще есть ускорение. Ага, и ускоритель закончился. Так, давай, наверное, улучшим себе полностью уже движок. Движок у нас прокачанный полностью. Остается лишь коробка передач, колесики, броня. Ну, естественно, ускорение и горючка. Это сколько заездов? Где-то, наверное, штучек 10. Да, нам еще придется позаезжать. Если мы будем свой рекорд бить, соответственно, меньше. Но если тут еще будут нам давать рекламу,
за бабосик. Обязательно будем смотреть, ребят. Тихо ты, что ж ты делаешь-то, Рэйчик? Успокойся, родной. Угомонись, это все не взаправду. А ты тут разгоняешься. Блин, ну просто на самом деле, ребят, ну это жесть. Отлично, отлично, моя машина. Ты посмотри. Она просто сломалась, когда ударилась об землю. Это просто... Вот в данный момент он действительно едет на своей сраке и давит. О, ребята, почему не дают за это достижение, а? Это ж надо. Еще смотрите, как я долго еду. У меня ускорения нету. А, представляешь, у меня даже не хватает, ребят, мощей, чтобы заехать. Смотри. Просто не хватает. Жесть, на одном колесе я, ребят, не потянул. Ну, а, ускоритель потерян, конечно же, он же у нас в задней части машины. Так а как, я могу проиграть или что? Так, слишком медленно, ну. Будем проигрывать, да, ребят? Так, ребят, ну что, давайте купим, наверное, еще ускоритель себе. 5200, да, мы зарабатываем с вами, и 7000 это общее количество денег. Значит, я могу себе прокачать полностью ускорение. Так, остается еще 3500, давайте улучшим себе коробку передач. Ну что, ребята, я готов, выезжаем. Я стал еще круче, еще лучше, мощнее, заборнее, или как там, задорнее. Тихо, главное, чтобы машина моя не сломалась на этих ухабах. Так, ускорение, кстати, у меня... Опа, заехали, нормуль. Ускорение у меня полностью, да, прокачанное. И это замечательно. Это просто великолепно. Теперь бы, как говорится, полностью прознать бы трассу. И все, и цены бы нам не было. Ребят, мы бы с вами бы тут такие бы штуки-дрюки делали. Тихо. Блин, я хотел перелететь, честно говоря, через эту бочку. Ничего у нас не вышло. Ладно. Так, горючка половина у нас, да, осталась бака. Ускорение практически еще... А, тоже половина, ребята. Ладно, я думаю, что рекорд я свой побью. Однозначно должен побить его. Мне на самом деле бы хотелось... Ух ты, елки-палки. Фу, я думал, куда-то провалимся с вами. Но нет, все отлично. Блин, каждую коробку, каждый ящик все ловлю своей тачкой, да? Зачем вот это? Ну что ты делаешь? Ребят, я опять без кольца. И опять меня... Нет, ну это уже все, ребят. Ну это уже... Блин, у меня ускорение. Да что ты будешь делать, а? Да... Погоди-ка, а у меня броня на машине полностью изучена? Нет, не полностью. Нужная 6600. Так, давай-ка мы, наверное, с вами попробуем взять вот этот вот автомат. Посмотрим, как у нас будут дела обстоять именно с ним. Шикарно. Расстреливаем этих хлопчиков. Да что такое? Патроны уже закончились. Сколько там было-то их? 10 всего, что ли? Или еще меньше? Трех зомбарей убили, и патроны закончились. Вообще замечательно, ребят. Блин, тут смотрите, тут очень много у нас всяких всевозможных прыжков. И от этого у меня машина, в принципе, и ломается. Да ну, завязывай ты уже, я на корень. Я не чайник. Да ёпарсеты, вот эти вот бочки вечные, которые, в принципе, наверное, нам и наносят колоссальный урон, от чего у нас отлетает броня и все тому подобное. Давай так сделаем. Я бы хотел поверху, на самом деле, прокатиться. Мне кажется, там безопасней было бы. Ладно, без дверей, без крыши, машина вся... И опять, ребята, не заехал я туда наверх. Хотя я ничего от этого бы не выиграл, наверное, да? Рекорд мы сегодня свой побьем или нет? Да ну! Отлично, говорят мне, там зомбарь какой-то летит. Опять, ребят, я еду на какой-то развалюхе. Ё-моё. Ну, рекорд я побил, смотрите-ка. Я даже, я бы сказал, что практически доехал до финальной точки. На самом деле, нифига не доехал. Тут еще полпути нам шуршать, ускорения у меня нету. Бензин заканчивается. Так, смотри-ка, вот тут прикольно было бы, да, ехать. Все, ребят, бензин закончился, я немножко на ускорение еще проехал капельку. Так, ну, что мы можем с вами сделать? Ну, во-первых, надо прокачать, наверное, иди отсюда. Наверное, нам нужно прокачать... О, горючее, да, ребята. Там еще разочек можно будет улучшить, да, свой бензобак. И все это будет хорошо. От автомата, если честно, я не вижу вообще никакого толка. Но он расстреливает зомбарей, и толку-то от этого. Я также их могу раздавить.
Может быть, единственное, что мы с вами сохраняем скорость. Как вариант, да? Так, замечательно. Мне бы побольше оставить брони, но, как мы видим, я уже в данный момент еду без дверей. Просто без дверей. Полна горница гостей. Оу, перелетел, наконец-то. У нас удачно, ребят, получил. Да что ты, вот на этом вот, ребят, мы с вами теряем скорость. Вот на этих выкрутасах. Сейчас тут, а, нет, не тут. Вот тут, по-моему, да, будет мусор лететь. Так, давай я попробую ускориться. Замечательно. Так, у меня пол бака, пол ускорения еще осталось. Это, в принципе, хорошо. Но, опять же, машина моя дымится. Да ну. Все, разновеску нужно купить еще. Потому что мы с вами как-то, ну, очень хиленько пробиваемся через эти все толпучки. Это что такое? Ты посмотри, ребят. Ага, жму на ускорение, а у меня его просто-напросто нету. Вот это я, конечно, даю. Вот это я отжигаю, ребят. Все, да, мы приплыли, называется, с вами. Ты смотри-ка, я еще даже проезжаю. Вот это я круто. Смотри, зомбарь бежит ко мне. Смотри, смотри. Все, у меня закончился бензин, и он упал мне прям под колеса. Поклонился. Сказал: Рэй, спасибо тебе. Так, ну что же, что же нам сделать? Мы можем колеса. А погоди-ка, погоди-ка, а развесовка? Не, не хватает мне, да? Там нужно 6400. Тогда давайте мы все-таки улучшим с вами колесики. Так, ребят, я не могу понять, почему-то мне не дают просмотр рекламы. Странно все это, конечно. Ладно, поехали. Гаденыши, да? Соблазнили только меня. 60-й день у нас с вами на счету. Ох, ребята, ох, я сейчас повеселюсь. Слушай, ну мне нравится, как наша машина в данный момент выглядит. У меня, по-моему, сейчас автомат упал уже. Он, в принципе, и нафиг не нужен был. Он свою отстрелял. Ей, не надо! Вот, вот вам элементарный, ребят, пример того, что у нас теряется скорость. Я чуть было сейчас не перевернулся. Кстати, вы заметили, как зомби смягчает мое приземление? Дау, естественно, все, тут уже капот открылся. Как всегда. Вот развесовочку нужно улучшить нам. Это точно. Потому что они все-таки меня замедляют. Как бы я этого не хотел, но они замедляют. И опять у меня почему-то дымится машина. Я же ничего не сделал. С какого перепуга-то вдруг? Что не так? Неужели вот каждая вот эта вот бочка, каждое элементарное столкновение у меня отнимает какое-то определенное количество здоровья? Да-да-да-да-да-да-да. Все из-за этого. Так, ну что, может быть, мы с вами побьем. Даже бочка не взорвалась, ты понял? Я в нее врезался, как пушинка. Она даже не сработала. Ну давай, родной мой. Давай, давай. Кого-то он мне напоминает. Именно вот водитель, который сидит за машиной, за рулем. Напоминает какого-то профессора, я не знаю. Еще кого-нибудь. Так. Вау, вообще, я просто козырно прохожу. Мы бьем свой, ребята, рекорд. У меня, блин, закончился ускоритель, а что с горючкой? И горючка тут же тоже закончилась. Но немножечко я проехал дальше. Так, ребятули, 6, почти 7 тысяч у нас, да, денег. И я думаю, что надо улучшить нам полностью броню. Потом остается что? Одну горючку нам выучить. И прокачивать уже коробку передач. А, еще развесовку, да, ребят, про нее я как-то забыл. Ладно, погнали. Сегодня мы должны пройти этот уровень во что бы то ни стало. Классно приземлился, да? Блин, вот развесовку нужно. Я думаю, да что же не то. Мы с вами очень медленно пробиваемся. Это видно. Затормаживается моя машина. Мы теряем с вами скорость, соответственно. Блин, короткую дистанцию проходим. Ладно, будем стараться. Слушай, ну машина у меня вообще великолепная. Посмотри, она полностью у меня в броне. Я теперь вообще как в танке, мне на все пофиг. У меня еще все двери целые, ускоритель целый, пулемет даже стоит. Ну и, естественно, с бампером все отлично. Так, давай здесь мы вот так подъедем. И вот сейчас будет куча всякого хлама на меня падать. Так, что у нас, смотрим, ребята, половина горючки, да? Тихо ты. Половина горючки, половина ускорения. Блин, а ехать-то нам еще не ближний свет. И знаете, что я думаю? Может быть, нам... Ага, ага, вот, вот так вот, ребята. Ты посмотри, вот только вот на этом месте я практически всю броню растерял. Было же все замечательно.
Ехал, не знал себе, как говорится, горе, и на тебе, растерял всю броню. Ускорение еще есть, но оно заканчивается. Да, я все-таки прав, нам нужно брать развесовку. Потом уже заморачиваться с коробкой передач. Шикарно. Так, а мы сможем побить свой рекорд? Да хорош тут уже хлам в меня всякий сбрасывать. Ребят, по-моему, мы продвинулись маленечко, совсем чуть-чуть. Да, горючее закончилось, ну капельку. Ладно, давай тогда сделаем что? Развесовку полностью с вами выучим. Я не знаю, как это нам поможет, но должно, по идее. Я все-таки думаю, что нам на самом деле придется полностью апгрейдить тачку. Ну-ка, давай-ка я так на ускорение буду ехать. Зря, наверное, я трачу его здесь. Потому что у нас тут все в основном вниз, вниз и вниз. Потом у нас идет какой-то переломный момент, и мы с вами, наоборот, все время будем вверх ползти. Вот как раз для того и нужно будет нам с вами ускорение, когда нам надо будет постоянно вверх куда-то там двигаться. Ах, хотел перепрыгнуть, не вышло, к сожалению, ребятули. Ладно, давай попробуем здесь сманеврировать, так скажем. Так, это у нас первое, да, было? Ладно, здесь все нормально. Вот здесь вот будет немножко посложнее. Я на ускорении, ребята, как-то вырулю здесь. Вот тут уже тоже надо. Так, замечательно. Так, вот тут мы летим. Летим и, по-моему, сейчас будем падать опять вниз. Разгоняться здесь нет смысла. Вот так. Да хорош, ты что делаешь-то? Эй, упырь, ну, вставай, давай. Ну, вот тебе, ребята, и побили, называется, блин, рекорд. Все, пошло не так, как нужно. Расход большой топлива пошел. Я еще ускорение потратил для того, чтобы перевернуться, перевернуть свою машину. Так, вот здесь надо потратить, чтобы не упасть. Так, горючка, ладно, здесь нормуль. Проехали. Так, скорее всего, смотри, вот всякий мусор в меня именно бросают. Развесовка нам должна была помочь. Я, честно говоря, не вижу, чтобы тут какое-то преимущество мы с вами имели. Нету его, просто-напросто, понимаешь, нету. Так, ну что, ребята, давайте, наверное, купим себе последнее улучшение на топливный бак. Поехали, у нас остается только лишь коробку передач потом улучшить. Блин, неужели тут действительно без полного апгрейда нам ничего не светит? Это же жесть. Я думал, что мы с вами за 10 заездов справимся, но, судя по всему, наверное, ни шиша у нас не получится 10 заездов, ага, если не все 20. Вы сами прекрасно видите, докуда я вот доехал по трассе. То есть еще довольно прилично. Да чтоб тебе, ну как же так? Ну, Рэй, ну будь ты аккуратнее, ну не спеши ты вперед, батьки, в пекло не лезь. Смотри внимательно на дорогу. Блин, еще и каждую бочку ловит, а? Ладно, ладно, ребят. Пока у нас машина вроде бы целенькая. Слушай, у нас колеса-то прокачаны полностью, да? Я что-то не чувствую обалденного, так сказать, сцепления с дорогой. А по-моему, мы прокачали. А, нет, вру. У нас развесовка улучшена, а колеса-то как раз и нет. Ладно, мы это с вами исправим чуточку попозже. После, наверное, коробки передач. Вот, вот, вот так вот, ребят, мы с вами профукимся на ровном месте. Чтоб тебя. Да. И посмотрите, какая ничтожная у меня скорость показана на спидометре. Я чё? Я выше 40, по-моему, не могу разогнаться. А вина всему тому коробка передач наша. То есть, если мы ее улучшим, может быть, тогда сможем где-нибудь под 60 газовать, а? Как думаете? Опять же нужно... Ох, ядрить тебя на корень, как бухнуло-то шикарно. Надо будет это все проверить. В общем, с ракет это, по-моему, предельная скорость на моей машине в данный момент. Хотелось бы посмотреть, что будет, если мы, например, еще улучшим 2 или 3 разика нашу коробку передач. Ого, вот это я залетел. Ребят, мы бьем наш рекорд. Ты посмотри, у нас все довольно круто. Бензин закончился. Ядрить тебя на корень, а? В самый неподходящий момент. Так, что же нам сделать? У нас тут прокачано по... А, у нас, ребята, и колеса, и развесовка. То есть нам остается лишь улучшать коробку передач. Так, я могу еще даже себе автомат немножко улучшить. Ну что, ребятушки, погнали, погнали, некогда тут рассусоливать. Так, у нас автоматик, все это хорошо. Нормуль, приземлились отлично.
Так, значит, я себе улучшил коробку передач и автомат. Наверное, автомат и не нужен был нам, в принципе. Ну да ладно. Так, едем. Запомнить бы нам то место, где я постоянно, ребята, врезаюсь. Я разгоняюсь, да, и начинается вот это вот у нас... Оу! Волокита! Так, вот запомним. Блин, понятно. Тут врезаемся. Сейчас заезжаем в туннель. Естественно, заезжаем в туннель. Сразу же тут поднимаемся. Нет, не тут мы поднимаемся. Поднимаемся вот здесь мы с вами. А здесь будут коробки на нас лететь, которые тоже меня замедляют. Ладно, отлично. Так, вот тут ускорение. Давай, давай, давай. Ну, заехали. Ну, в принципе, это можно было и не обязательно делать. Но мне вот захотелось почему-то. Да хорош, что вот... Ах, не могу прям. Вот здесь, вот оно, это место. Блин, ну тут невозможно, ребята, не врезаться, понимаете? Невозможно. Ты постоянно бумкаешься. Так, что у нас там? Так, слушай, да почему так быстро у нас расходуется горючка-то? Ну с чего вдруг? Я не понимаю. У меня ускорение медленнее тратится, чем наша горючка. Естественно, отлично, конечно. Только для кого это все отлично? Коробки в меня бросает. Все это сделано специально, чтобы снизить скорость у моей тачки. Так. А вдруг... Вдруг... Да ну хорош, падает он мне здесь. Давай попробуем аккуратно. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Вот здесь разгоняемся, ребята. Так, замечательно. Слушай-ка, у нас... Фу ты. На миллиметр, ребята, дальше я проехал, чем обычно. Так, ребята, 8500 у нас. Давай мы возьмем коробка передач купить. Ну-ка. Ребят, мне перестали давать деньги за рекламу. Точнее, реклама почему-то не активируется. Я не знаю, в чем проблема. Представляешь, я просто сейчас 7000 косарей не смог получить на халяву. А 7000 косарей, ребята, это апгрейд был бы моей машины, наверное, уже полностью, да? Я просто смог бы коробку передач прокачать до последнего апчика. Я думаю, что пулемет здесь особо не рулит. Я могу и ошибаться, конечно. Так, мне бы вот тут равновесие держать, как полагается. Так, давай. Сейчас, ребята, у нас будут, по-моему, туннели. Да, сейчас у нас будут туннели. Нам бы проехать их идеально, замечательно, и было бы уже хорошо. Так, давай здесь проедем. Офигеть, развесовка, да? Все равно, вот как они нам мешали, зомби, так они нам и мешают. Ничего я улучшенного здесь не вижу. Может быть, сама машина по себе такая вот хреновенькая у нас. Я не знаю, какая будет у нас с вами. Вот. Ты можешь встать? Встала, отлично. Нафига ты так делаешь, бусурман? Нет, действительно, у нас какой-то водила сумасшедший просто-напросто. Давай запрыгнем, хотел сказать. Ведь запрыгивается-то не здесь. Ну, ё-моё, еще и упали. Все ящики, ребята, ловим своим корпусом. Трындец полный. Называется, проехали как можно лучше. Что у нас там? Все, смотрите, у нас горючка практически с вами закончилась. Не могу понять. Я ускорение, ребята, очень мало трачу. У меня, смотрите, сколько ускорения и сколько бензина. То есть, ну, полностью не соответствует это все, ребят. Обычно должно у нас заканчиваться ускорение, потом уже горючка. У меня все почему-то наоборот. Слушай, а вдруг проедем? Ну? Да ты можешь встать, что ж ты делаешь? Вот упырь, а, ребята, вот упырь. Мне совсем маленечко не хватило. А если бы я не перевернулся бы, я, скорее всего, туда бы попал бы. Так, ну что, считай, машина, ребята, у меня полностью пропана. Смотрите, все абсолютно. Так что давайте делать, наверное, последний наш заезд. И мы должны с вами пройти этот уровень, ядрить его, колотить. Меня уже самого, ребята, это все дело напрягает. Ну, что ж поделаешь. Попытка не пытка, елки-палки. Так. Машина как будто сумасшедшая просто-напросто у меня. Смотри, что она вытворяет. Просто жесть. Я на таких скоростях лечу. Кстати, вы заметили бы, хоть на йоту моя скорость увеличилась? А, ну вот. Оп.
Так, подожди, давай вот сюда, наверное, заедем. Отлично, давим, давим, давим. Это у нас первый был туннель. Вот теперь у нас тут второй. Давай аккуратнее. Давай попробуем без ускорения, отлично. Вырулили. Так, вот здесь вот ускоримся. Так, полпути я проехал. Так, довольно неплохо, кстати, едем с вами. Вот здесь вот мы врежемся. Ох, как моей машинке сейчас досталось. Ребят, броня отлетела в хлам просто-напросто. Никак не получается у меня проехать эти бочки. Фух. Ну, давай-давай-давай. Что у нас вот? Подлет. Подлет. Ну, не в плане то, что я подлет нырнул, а просто подлет. Это во-во-во-во, отлично. Взорвалось у нас. Помостик развалился весь в хлам. Так, тихо. Ну, тут я проеду спокойно, ребят. Вот, вот здесь вот немножко поднапряглись. Но машина в данный момент у меня, ребят, не дымит. Хоть я и без брони. Так, с горючкой не все так хорошо, но и неплохо. Ребята, неплохо. Есть еще у меня ускорение. Блин, машина задымилась. Сейчас, по-моему, мы полетим вниз, да? Насколько я помню. Где-то вот тут вот. Так, ну, марш-бросок, ребят, последний. Есть! Вот он, окончательный заезд, который у нас был. И вот какая нам, ребята, достается машина. Только что ее показали. То есть какая-то мороженица, да? Давай зайдем в гараж и посмотрим. Да, ребята, новая машина. То есть развозчик мороженого. Замечательно. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этом я буду закругляться. Мы обязательно с вами увидимся в следующей серии и продолжим давить зомби и покорять новые трассы. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.